Что касается тех проектов, которые бы я считал бы значимым сделать в 2012 году, я часть из них сказал, постараюсь конкретизировать, чтобы вот оно осталось, что называется, бегущей строкой. Важно перезагрузить и выработать стандарт работы общественных советов при министерствах и ведомствах. Об этом много разговоров. Почему это важно? Кто-то считает, что общественные советы должны стать рулевым обоза и, собственно говоря, диктовать министерству, что делать. Кто-то говорит о том, что они должны быть консультативными и вообще работать по ограниченной повестке дня. Кто-то говорит, они должны иметь одну повестку дня. Коллеги высказываются, что должна быть в том числе и отраслевая направленность людей, которые там представлены, что, по-моему, абсолютно очевидно. Я не понимаю, почему дискуссия об этом идет. Значит, важно вот это облако в штанах технологизировать, сказать: общественный совет, министерство и ведомство. Это 1, 2, 3, 4, 5. Мы предполагаем это сделать в августе. Второе. Важно, исходя из этих стандартов и принципов, в течение года вместе с моими коллегами, руководителями министерств, по основным направлениям сформировать такие общественные советы, в том числе и путем возможного открытого отбора через интернет наиболее активных людей, которые себя проявляют по линии деятельности того или другого министерства и ведомства. Вот если мы говорим про взаимодействие власти и общества, нам эту площадку надо сделать качественной. Вот это первое. Второе. Вот для меня действительно с точки зрения экспертизы и качественной работы с экспертного сообщества, бизнес-объединений, общественных объединений с правительством, важно, чтобы в этом году начал функционировать, эффективно работать экспертный совет правительства Российской Федерации. На сегодняшний день, я говорю, эксперты работают с правительством, но нам надо сделать так, чтобы это был пул полный, представленный по всем направлениям, которые необходимы в экспертизе. Могу вам сказать, это непростая задача, потому что нам предстоит подобрать несколько сот человек по России. Это не 15 человек экспертов, что называется, как элитный клуб при правительстве. Это достаточно широкая экспертная площадка. Ее надо сформировать. Что в дополнение к этому принципиально важно, для того, чтобы они эффективно работали, создать в том числе онлайн-интернет-ресурс для этого технологический. И мы над этим сейчас работаем. Это вторая задача. Третья задача. Нам надо, вот я ее ставлю одну из важных, нам надо разобраться все, что касается информации. Порядок представительства наших министерств и ведомств в интернет-среде, в сети, а также, возможно, подготовить предложение по дополнение в нормативную базу и законодательно относительно свободы открытости предоставления информации и ее качества. Вот, наверное, три принципиальных вопроса, которые, что называется, must. Там есть еще попутно, порядка, могу вам сказать, всего 13 направлений, которые мы поставили на 2012 год. Вы попросили назвать три важнейших из них. Вот мы видим три.